Ну а Соединенные Штаты тем временем как раз готовы вооружать украинскую армию. Эксперты полагают, что вопрос поставок летального оружия – один из основных на встрече Джона Керри с Петром Порошенко. Госсекретарь США прибыл в Киев несколько часов назад и уже успел провести переговоры. Их итоги пока неизвестны, совместная пресс-конференция задерживается. Петр Порошенко только заявил, что очень ценит вовлеченность Соединенных Штатов и чувствует сильную поддержку процесса реформ на Украине. В самой Америке идею увеличение помощи Киеву, в том числе и военной, накануне поддержал кандидат на пост министра обороны США. С этим заявлением Эштон Картер выступил на слушании в Комитете по делам вооруженных сил Конгресса, который возглавляет сенатор русофоб Джон Маккейн. Я склоняюсь к мнению, что им надо предоставить оружие, господин председатель. Мы должны помочь украинцам в обороне. Пока затрудняюсь сказать, о каких типах вооружений может идти речь, потому что я пока не встречался с нашими высокопоставленными военными и украинскими лидерами. Однако я склоняюсь по ставкам, в том числе летального оружия. Добавлю, Эштон Картер также заявил, что давление на Россию должно оставаться во главе стратегии Вашингтона.